Трагедия произошла в воскресенье 2 октября около 10 часов вечера. По словам местных жителей, кто-то из окна третьего этажа выбросил собаку. Животное еще некоторое время скулило. Жильцы 23-го дома по улице Леднего вызвали сотрудников полиции, однако к их приезду собака уже была мертва. На следующее утро собаку забрали сотрудники коммунальной службы. Свидетелем этой трагедии стала Алена. Женщина много раз звонила в квартиру, хозяйка которой так жестоко обошлась со своим питомцем. Темно было, но там свет был выключен, а потом уже выключили свет и уже дверь не открывали. Такую ситуацию, конечно, первый раз наблюдал за свою жизнь. Но в любом случае, если ты берешь животное, то нужно ответственность какую-то держать за это. Женщина живет с двумя кошками и псом Степаном и не помнит о том, как он погиб. Об этом пенсионерка рассказала сотрудникам полиции. По данным специалистов, череповчанка ведет асоциальный образ жизни, и в день гибели своего четвероногого друга она находилась в нетрезвом состоянии. Сегодня возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это жестокое обращение с животными. То есть она предусматривает это преступление небольшой тяжести до года ограничения свободы и до 6 месяцев ареста. По словам местных жителей, несколько дней женщина искала своего питомца. Известно, что собака прожила в этом доме более 6 лет. По данным полиции, хозяйка редко выгуливала Степана. Тем временем, сегодня во всем мире отмечают День защиты животных. В этот день принято чествовать своих любимцев. Степа до этого праздника дожить не смог. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, новости.